Проходят игры официальной Лиги Творческого Объединения АМИК, Международной Школьной Лиги КВН. И чертовски приятно, что это не обычная рядовая игра, а это финал. О том, как команды попали к нам сюда, я расскажу чуть-чуть попозже. Но начнем с того, что настроение праздничное. Весь сезон мы обсуждали нашу тему «Наше российское кино». Именно под таким девизом проходил весь сезон у нас по всей стране. И естественно, что в такой торжественный момент, в первую очередь для команд и, естественно, для вас, я не могу не сказать фразу, которую обычно говорят в начале всех игр КВН. Я это сделать обязан просто-напросто. Мы вместе с вами начинаем КВН. Дабы не затягивать и все словеса убрать между выступлениями команд, я сразу приглашаю участников сегодняшнего финала на сцену. Итак, к нам добрались команда КВН «Странники», город Красноярск. Команда КВН «Первомайская роща», город Краснодар. Так получилось, что у нас две команды из Красноярска дошли до финала, что говорит о том, что один город в состоянии выставить две команды сразу. Это команда КВН «Ремикс». Прошу любить и жалобы. Вот они, герои финала. Но прежде чем мы начнем, как бы сказать, все КВНовское действие, я хочу сказать, что КВН не разделим с молодежью. Недаром перед КВНовским гимном звучал гимн РСМ. Наш КВН, наш финал проходит в рамках еще одной акции РСМ детям. Я с удовольствием приглашаю на эту сцену для торжественного слова по этому поводу первого секретаря ЦК РСМ Олега Рожнова. Прошу. Дорогие друзья, уважаемые КВНщики и болельщики, май вообще очень насыщенный месяц. Позвольте поздравить вас всех, собравшихся здесь с этим мероприятием. Весь год студенты и школьники, насколько мне известно, кроме того, что учатся, немножко учатся, а в основном играют в КВН, соревнуются в вокальных, танцевальных конкурсах. И в мае выясняют, кто же все-таки в этом году лучше играл в КВН, лучше танцевал, лучше пел. У нас на следующей неделе начинается финал российской студенческой весны, то, что по студентам, и сегодня финал замечательной школьной лиги КВН. Но кроме этого, в мае Российский союз молодежи проводит акцию «РСМ детям». Она посвящена 1 июня, это День защиты детей. И вы знаете, и я уверен, что вы точно все знаете, что 31 мая – это день рождения Российского Союза Молодежи, нам исполнится 12 лет. И в течение всего мая, спасибо, всем передадим, всем нашим 75-летним организациям. Так вот, в течение мая наши организации проводят различные благотворительные акции. Это концерты КВН в детских домах, это сбор вещей, книг, игрушек для ребят, кто находится в детских домах. И пользуясь случаем в рамках этой акции «РСМ детям», здесь также, кстати, присутствуют ребята из детских домов Москвы. И сейчас детскому дому, с которым у нас особенно теплые, дружеские, партнерские, шефские отношения, я хотел бы вручить небольшой подарок. Комплект футболок с символикой Российского Союза Молодежи и программы «Российская студенческая весна». Это детский дом номер 17. Я приглашаю представителя на сцену. И эта майка будет своего рода символом того... Одевайте, пожалуйста. Что же сейчас мы даем детским ребятам из детского дома номер 17? А это вы распределите сами, те, кто играет в КВН, кто участвует в творческих конкурсах. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, на очень приятной ноте раздачи призов началось наше мероприятие. Я думаю, что люди, которые сидят сегодня за столом таких вот эдаких киношных,
я бы так сказал, специалистов кино, которые вот будут оценивать, как они правильно, кинокритики называются. И я представляю наших сегодняшних кинокритиков. Сангаджи Тарбаев, команда сборная РУДН. Самурай, участник высшей лиги. И в прошлом, как я говорил сразу, чтобы было ясно тем, кто в зале и тем, кто на сцене, значит, Сангаджи Тарбаев у нас капитан команды КВН в прошлом, Восточный экспресс, первого чемпиона Международной школьной лиги КВН. Так что несколько лет назад он сам был в финале, но только по ту сторону микрофонов, скажем так. Руководитель программы «Юниор КВН» ЦК РСН Сергей Важаев. Представитель, так сказать, ну, к кино я не знаю, как отношение это имеет, наверное, все-таки, но так скажем, продюсер радиостанции «Эхо Москвы» Георгий Хачатуров. Еще пара специалистов в области кино. Арман Оганесян, сборная команда КВН Москвы «Мами». И Святослав Савченко, также сборная команда КВН Москвы «Мами». Ну что ж, кинокритики представлены. О чем же сегодня пойдет речь? Съемочные группы могут отправляться, готовиться, собственно говоря, к своим первым этюдам, но трудно назвать их уже первыми. Итак, как я сказал, все у нас сегодня прошло под... Все, весь сезон прошел под эгидой «Наше кино», и, естественно, финал носит вполне логическое название «Обыкновенное чудо». Действительно, для команд, которые сюда попали, это так и есть. Начался сезон у нас в январе месяце. Первая игра прошла в городе Каменск-Шахтинский, это Ростовская область. Далее следующий четвертьфинал прошел уже на Смоленской АЭС, это город Десногорск. Далее мы перекочевали в Ростов, и вот, наконец-таки, мы здесь, в Москве. Итак, обыкновенное чудо. Первая визитная карточка приветствия, ничего необычного мы не изобрели, которая называется «Король». Очень приятно, «Король». А какой он получился, мы сейчас с вами и посмотрим. Команда КВН «Ремикс», город Красноярск. Хорошо. Вот она! Наконец-то я нашел! Наконец-то я нашел эту дверь! Сказочное королевство! Сим-сим! Откройся! Вот! Опять звонит! Дверь открывается! Саня, сколько раз тебе повторять? Это не дверь! А что же? Это лифт! Дверь открывайте! Гости приглашайте! Понюхал! Вот! Как говорится, сколько волка не корми, все равно медведь вот слопает! Не садись, медведь, не ешь пирожок! Тщетно умоляла Маша медведя, пока наконец не догадалась положить пирожок мыши ловко. Маша! Музыкальная пауза! Новости! Из Москвы! На работу барменом. Мы выключаем свет. Но тут чудо, пожалуйста. Ну хорошо, хорошо. Дополнительное время. А потом еще серия забастовок будет. Не насахарись. Международные новости. В Киеве продолжается строительство дома для Верховной Рады. Так у них там на стройке происходят всякие разные чудеса. Давай.
хлопці. Здорово, хлопці! Здорово, Петро! Глядіть, який диковинний камінь ти мені попався. Що наша життя? Стіна. Зверху раствор, знизу раствор, а між ними – бытіє. Глядайте на екранах страны, гарний Петр і філософський камінь! А зараз політичний прогноз на 2025 год. Встреча президента Росії. Все подонки однозначно! Германії. Гутен так. І Китаю. В начальном варианте фильма «Спецназ» снималась Рената Литвинова, но она была вырезана за излишнюю жестокость. Вообще-то, меня Маша пригласила. Я летаю, я фигня. Ой, солдатики, а я все чаще замечаю, а что меня как будто кто-то подоминировал. Мальчики, вы здесь что, секретики закапываете, да? Я никому не скажу, я могила. Нет, мы все одна большая могила. Паша, цени, у меня новая подруга. Это же моя подруга. Что здесь твоя, если уже вторую неделю дружу? Я понял. Мальчики, не свали. Лена, ты куришь? Света, ты Лена? Я не курю. Обязательно возьмите с собой бутылочку пива. Магнитофон. Классный журнал. Компьютер. Факс. А то будете как дураки. Весь день грибочки на ягод края наяли. Подрожили финал. Заиграл гормон и сразу захотелось нам шутить. Мы не ждем иллюзий, просто мы хотели очень быстро мир весь рассмешить. Приехали в Москву, показать свою игру, ну и ладно, все равно не жить. Странноватый мы народ, играть, стучать нам не дает, сильно-сильно. Как нам игра, нам как 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 игра. Ваши аплодисменты, гостеприимные москвичи. Я хочу поблагодарить, в свою очередь, за гостеприимство и гостиничный комплекс, и этот прекрасный зал, прекрасных работников этого зала, и, в частности, ректорат НГСА, и его, так сказать, руководителя, ректора Игоря Михайловича Ильинского. Огромное спасибо за гостеприимство в этом зале. А мы продолжаем нашу визитную карточку. Первые киноэтюды, первые кинозарисовки. Король, очень приятно. Король, команда КВН «Странники», город Красноярск. Наша команда часто выступает на разных концертах. Сейчас мы покажем, как это происходит. И весь вечер для вас работал Рябин Александр, Рубцов Иван, Мороз Максим и Хабибулин Роман. Смотри, какая девушка в седьмом ряду сидит. Слушай. Может быть, не слушай, а смотри.
Да нет, слушай, я расскажу лучше, чем она выглядит. А я девчонок вообще не люблю. Почему? Да грязные они. В баню не ходят. Чего ты это взял? Вот сколько в баню хожу, ни одной там не видел. Так правильно, в бане же есть как мужской, так и женский день. Ну, и когда же там женский день? Ну, как и везде, 8 марта. Да, не часто. Я на прошлой неделе со своей девчонкой по городу гуляла. Значит, идем мы мимо магазина. И тут она увидела этот купальник. И так она захилила, что до сих пор стоит. И ноги льет подушку слезы. Надеется и верит, что он подойдет. Забудь его, забудь. Уйдет любовь, как дым. Ведь у него мечта. У нас не возникает вопросов, какое пиво пить. Если хочешь, махни правой рукой. Ладно, что-то мне это место не нравится. На счет три делаем шаг вправо. Раз, два, три. Мимо! Иди тренируйся! Вчера в детский садик номер 247 мальчик принес топор. 18 детей были доставлены в больницу с колото-резанными вавками. И только в лесу все спокойно. Спит барсук, ему же ничего не мешает. Спят дрозды, они уже свое получили. Наверное, нам пора поговорить про это, а? Ну, про это. А? Сынок, у тебя девушка есть?
Конечно же есть. А теперь нам пора поговорить про это. У твоей девушки случайно нет никакой подружки? Мальчики, мы давно вас уже хотели спросить, а как далеко вы заходите на первом свидании с девушками? Ну, мы целуемся. Сезон ежегодно начинается с фестиваля. Традиционно предыдущих 3 года он проходил в городе Обнинске, вернее под городом Обнинском, что в 100 километрах от Москвы, с гала-концертом далее в этом городе. В будущем же сезоне, а школьный сезон проистекает, в отличие от студенческого, с сентября по май. Фестиваль будет разделен на 2 части, дабы в нем приняло участие большее количество человек. Первый пройдет под эгидой Российского союза молодежи, который пройдет в Анапе, где соберутся у нас в конце октября КВНовские команды со всей страны. И вторая часть пройдет, скорее всего, в том же самом гостеприимном Обнинске в начале ноября. Дабы как бы собрать большее количество человек. Но возвращаемся к нам. Финал и Первомайская роща, город Краснодар. Прошу. Каждый россиянин когда-нибудь приезжает в Москву в первый раз. Гай Ричи представляет себе Памелу Андерсон и Синди Кроуфорд. Вау! Вот это бабы! Здравствуйте, Москва! Давайте, что ли, в Макдональдс сходим? Не-не-не! Ребят, я это место жуть как боюсь, не поверите! Ну вот как только туда захожу, сразу кричать начинаю! Свободный клиент! Свободный клиент! Свободный! Только не забывайте, что ваши сутки защищает Дирол с утра до вечера. А ночью их место в стаканчике. А вы присутствуете на съемках рекламного ролика «Дезодоранта Секрет». Это тебе. Спасибо. Не верю. Это тебе. Спасибо. Не верю. Это тебе. Спасибо. Не верю. Спасибо. Это тебе. Спасибо. Это тебе. Это тебе. Это тебе. Спасибо! Не верю! Спасибо! Достань уже! Достань! Достань! Ехал! Поймал! Выпил! Да! Смотрю! А сейчас для нашего спонсора
отличный Адыгей Жорика Григоряна поет несравненная Мари Матье. Вот одну ногу я побрила, вот эту вот, а вот эту вот помыла мылом, да. Через несколько дней вот это вот, вот это гладенько, да, а вот это вот так прикольно колется. А я тоже использовала мылом, да? Мое лицо стало как попка младенца. А у нас в гостях знаменитый фармацевт страны Семенов Иван. Встречайте. Да, да, здравствуйте. Да я все дело в том, что я придумываю название лекарствам. Например, свое первое название я придумал, когда разбил папину машину. Лекарство так и называется «Папазол». Потом я прочитал и посмотрел мультик «Чиполлино». Боже мой, как я рыдал над тем моментом, когда у тыковки разрушили домик. Как я скорбил! Как скорбил! И я придумал скорбинку. А вы видели чемпионат Олимпийских игр, финал Олимпийских игр по хоккею? Боже ты мой, там должна была быть Россия и Белоруссия, никак не эти Канады и США. Я посмотрел этот матч и придумал название «Финал Гол». А у нас в гостях японский КВН! Итак, приветствие! Сисяо, 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 сисяо! Очень порадовали команды, а теперь разминка из выживших. И ответ соперников, надеюсь, очень смешной. Ребят, по правилам стема на сцене должно находиться всего 3 человека. А мне кажется, КВН сегодня удался. И я прощаюсь с вами. До новых встреч. По статистике курит каждый второй мужчина и каждая шестая женщина. Вот и решайте сами. Либо вы вечно второй мужчина, либо шестерка. Да, в России курят много, часто и смешно. Россияне, Минздрав офигевает от вашего здоровья. Давай, привет, моя столица, Кубань еще жива. Но говорят, погода хорошая была. По телеку сказали, рельсу дорожает. А в гонку президент наш в Сочи отдыхает. А нашей команде на это наплевать. Ваши аплодисменты сыгравшим командам. Все команды на сцену. Прошу. Аплодисменты зрительного зала. Максимальная оценка за конкурс приветствия у нас 5 баллов. Поэтому очень просто. 3 команды. Я думаю, что кинокритикам в этих киношедеврах разобраться будет очень и очень просто. По ходу выступления начинала команда «Ремикс», город Красноярск. Ваши оценки. Прошу. 4-4-4-4-4. Далее продолжала команда «Странники». Ваши оценки. 5-4.
5. И Первомайская роща, Краснодар, прошу. 4-4-4-4-4. Если это возможно, узнать сумму после первого конкурса. В нашей лиге, я специально для москвичей это говорю, высчитывается не средний балл, как это делается в высшей лиге КВН, а сумма баллов, ну, так вот, по-школьному, что ли. Пожалуйста. Подожди. Успеешь. Команда Красноярска, ремикс, 20 баллов. Команда Красноярска, странники, 24 балла. Команда Краснодара, Первомайская роща, 20 баллов. Ну что, за дело сделано. Этот конкурс боится даже Александр Васильевич. Об этом конкурсе говорят и пишут. Этот конкурс редко удается, но тем не менее его никто никогда, наверное, не отменит. Это конкурс «Разминка». Ну и чтобы совсем сгустить краски, мы назвали его сценкой из «Обыкновенного чуда» «Ровно в полночь». Ну что же, вот, пожалуйста, «Ровно в полночь» начинает у нас Краснодар. Прошу. Вчера во время игры в прятки в боксерском кружке двух новичков застукали насмерть. Еще раз. Вчера во время... Подожди, тебе понравилось, что ли, просто? Меня попросили еще раз. А, давай. Еще раз. Вчера во время игры в прятки в боксерском кружке двух новичков застукали насмерть. Еще раз. Еще раз. Давайте слушать. Странники. Вчера во время игры в прятки в боксерском кружке двух новичков застукали насмерть. Да у этих боксеров у всех руки заточены! Почем? Под пальцы! Такой женский взгляд на проблему. Угу. Я боюсь не задавать, может. Давай уж, раз вышел, то что уж. Вчера во время игры в прятки в боксерском кружке двух новичков застукали насмерть. Недавно Путин тоже играл в прятки. Вот так это проходило. 99, 100. Туки-туки, за себя. Кто не спрятался, я не виноват. Так, где Березовский? Сказали, играем только в Кремле. Куда делся Березовский опять? Порадовался бы Борис Абрамович. Ну давай. А теперь свой вариант. Давайте перенесемся на чемпионат мира по легкой атлетике. Спонсор чемпионата — пиво Клинска. А кто же сегодня бежит за Клинским? Итак, по первой дорожке бежит. У нас еще есть вариант. Беги, сдавай. Нет? Есть мужчина. Ну, давайте я заездом. Вчера во время игры в прятки в боксерском кружке двух новичков застукали насмерть. А теперь давайте перенесемся на финальный матч чемпионата мира по хоккею. Словацкий хоккеист уже у наших ворот, но тут его догоняет бегущая строка. Хватит. Ты так до утра можешь рассказывать. Давайте, кто дальше? Ремикс. Ваш вопрос. Когда в Москве полночь, в Красноярске 4 часа утра. Когда в Москве 4 утра, в Красноярске 8.
А когда в Москве 8 часов утра, в Красноярске 12. С командами играет житель города Красноярска, часовых дел мастер Василий Архипыч. Внимание, вопрос. Когда в Москве полночь, что в Красноярске? Это нечестный вопрос. Вот этот Красноярск точно знает. Это все уже, что ли? А, это так просто уже. Шел мимо микрофона так. Неожиданно, да? Давайте, есть ответы? Красноярцы не знают. Своя версия. Давайте. А теперь правильный ответ. А что, отвечать никто не будет? А, ну давайте. Давай. Когда в Москве полночь, в Красноярске... Ну я забыл, что там дальше. А, когда в Красноярске 4 часа утра, в Москве полночь. Нет, подождите. Когда в Москве полночь, что в Красноярске? Я забыл. А. Пиво Очкова. Долго играет. Неправильно. А сейчас правильный ответ. Ответ говорит житель города Красноярска, часовых дел мастер Василий Архипыч. Когда в Красноярске полночь, то Александр Владимирович Гох превратится в Александра Васильевича Маслякова. И тогда всем вышка. Поэтому покупайте красноярские часы. Надежные 4 часа разница. Действительно, разница какая-то часовая образовалась. Давайте. Курение тормозит здоровье ребенка, развитие ребенка. Курение тормозит развитие ребенка. Чувствуется уже. Не думал, что в Красноярске так совсем уже. Давайте. Курение тормозит развитие ребенка. У нас нет ответа, мы много курим. Курение тормозит развитие ребенка. Миниатюра докурились. Эй, пацаны. Давайте. По второму. Курение
Московское ПТУ объявляет набор на престижные специальности борщ и сборщик композиторов. Московское ПТУ объявляет набор на престижные перспективные специальности борщ и сборщик композиторов. Ребят, мы заинтересовались, попросили еще раз. Какой адрес? Каждому пришедшему крестьянская книжка в подарок. Что ты на меня смотришь? Я книги не раздаю. Пока, по крайней мере. Думайте, команда начнет. Давай, задавай. Вперед. Московская ПТУ объявляет набор на престижные и перспективные специальности. Борщ и сборщик компостеров. Не упусти свой шанс. Стань сборщиком компостеров. Каждому пришедшему крестьянская книжка в подарок. А сейчас мы вам покажем недостающее звено в эволюционной цепочке человека. Давай сам. Я не видок. В московском ПТУ объявлен набор на престижные и перспективные специальности. Борщ и сборщик компостера. Не упусти свой шанс. Стань сборщиком компостера. Выбери профессию будущего. Каждому пришедшему крестьянская книжка в подарок. Это был вопрос. Ведь лучший подарок – это христианская книжка, сделанная своими руками. У нас еще есть вариант. Спасибо. Прошу. Ремикс продолжает. Длинный вопрос. Приготовьтесь. Оказывается, у полярников есть свои полярные часы с полярной кукушкой и курантами. Каждый раз, ровно в полночь, кукушка превращается в ледышку, ударяется головой об куранты и над северным полюсом раздается бой часов. По подсчетам полярников, на одну полярную ночь с 25 декабря по 17 января требуются одни куранты и 328 отмороженных кукушек. Продолжает игру часовых дел мастер Василий Архипыч. Это вопрос. Ребят, выходите так через зрителей голову опустите. Наклонитесь хотя бы. Иди ко мне. Ребята, что такой сложный вопрос? Подожди, мы еще не задали. Задавай. Оказывается, у полярников есть свои полярные часы с полярной кукушкой и курантами. Каждый раз ровно в полночь кукушка превращается в ледышку, ударяется головой в куранты и над северным полюсом раздается бой часов. По подсчетам полярников, на одну полярную ночь с 25 декабря по 17 января требуются одни куранты и 328 отмороженных кукушек. Продолжает игру часовых дел мастер Василий Архипович. Чего помоешь здесь скалолаза, да?
Ага, нашла коса на камень. Мне начинать? Не, давай вкратце. Нет, пусть все. У него тембр голоса, короче. У полярников есть свои полярные часы с полярной кукушкой и курантами. Каждый раз ровно к полночь кукушка превращается в ледышку, ударяется головой о куранты, на сердцепольцем раздает с собой часов. По подсчетам полярников, на одну полярную ночь 25 декабря по 17 января требуются одни куранты и 328 отмороженных кукушек. Отвечает на вопрос, чтобы их делал мастер Василий Архипович. Давай еще раз. Не, вообще просто мне вот это... Эти арифметические действия напоминают песенку. 33 коровы, 33 коровы, 33 коровы, это ровно 196 сосков. Сами давайте начнем. Оказывается, у полярников есть свои полярные часы с полярной кукушкой и курантами. Каждый раз ровно в полночь кукушка превращается в ледышку, ударяется головой об куранты, на северном полюсом раздает собой часов. По подсчетам полярников, на одну полярную ночь с 25 декабря по 17 января требуется одни куранты и 328 отмороженных кукушек. Отвечает на вопрос часовых дел мастер Василий Архипыч. А ровно в полночь у мальчика случилась трагедия. Что с тобой? Но он вернется, малыш! Не вернется! Покупайте красноярские часы. И последний вопрос. Живенький. Спорт ускоряет развитие ребенка. Вот так, по-моему. Молодец! После вот... ну давайте. Миниатюрка. Спорт ускоряет развитие ребенка. Я же сказал миниатюрка. Я еще вопрос не задал. Спорт ускоряет развитие ребенка. Миниатюрка. Мальчик качается, но перед этим я долго курил. Эй! Что ты смотришь? Давай. Не по правилам. А он прав. Следующий, да. Ну, давайте. Спорт ускоряет развитие ребенка. Микол! Микол, это наша лодка! А что такое? Да що ти слышить по гарно пливем, а? Ну я не знаю. Ну спроси у Фанаса, а? Эй, Фанас! Це наша лодка! О, я, да схвататись, я. И сам. Сами. Спорт ускоряет развитие ребенка. Миниатюра – качество китайских кроссовок. Эй, пацаны, хватит курить! Побежали кросс! Куда идите? Вот на этой спортивной ноте мы и закончим разминку. Аплодисменты игравшим командам. Готовимся дальше. Всего сегодня два конкурса прошло, всего сегодня пять конкурсов будет. А я хочу вкратце поблагодарить за помощь в организации этого мероприятия. В первую очередь Центральный комитет Российского союза молодежи. Сказать им огромное спасибо за то, что они с удовольствием помогают развитию КВНовского движения в стране. Уже вот существует программа Юниор Лига КВН, которая все больше и больше набирает обороты и играют ребята по всей стране.
А мы переходим к конкурсу одной песни. Перед тем, как мы перейдем оценочки, наверное, увидим. Максимальная оценка 6 баллов. 6 баллов у нас за разминку. Как задавали вопросы? Команда 6-4-6. Уверенности в завтрашнем дне и благополучии предприятий и сотрудников. Один балл. Команда города Краснодара, Первомайская роща, 27 баллов. Сумма баллов за приветствие и разминку. Команда города Красноярска, Ремикс, 43 балла. Команда города Красноярска, 45 баллов. Команда Краснодара, Первомайская роща, 47 баллов. Немного подравнялись, во-первых, не очень обычно вообще для КВН конкурс одной песни, вернее, обычно, но редко. В частности, в нашей школьной лиге этот конкурс играется вообще раз в году и считается настолько экзотическим и интересным, что мы его оставляем на финал. Поэтому с удовольствием представляю конкурс одной песни в исполнении команды КВН «Странники» под названием «Этот вечер удивительный такой». Прошу. Уважаемые дети, выпускники, сейчас слово предоставляется директору нашей школы Санченко Сергею Васильевичу. Дорогие дети, дорогие учителя и все присутствующие в этом зале, сегодня мы выпускаем 11 А-класс, 11 Б-класс, и с большой радостью я хочу сообщить, что от нас сегодня уходит Вова Пупкин! А сейчас, по традиции, праздничный вальс! Тань, а помнишь, как мы в 6 классе выписывали журнал «Хочу все знать»? Помню! Ну вот, теперь все знаю! Хочу! А что это у нас за наклонности? А что? Нормальные наклонности! Так, а где наша потанцовка? Да, на потанцовке! Давай, Ромка, начинай. Ты играешь на баяне!
Что мне сейчас нужно? Потому что съем. Бомжи достали нам. А что мы будем делать после выпускного? А давайте поздно ночью вечеринку устроим на крыше. Не, я высоты боюсь. Не бойся, я с тобой. Не, я темноты боюсь. Да не бойся, я с тобой. Почему у всех мальчишек есть девчонки, а у меня нету? Да не бойся, я с тобой. И для торжественной части я прошу собраться в актовом зале всех выпускников. Сейчас перед вами выступят педагоги нашей школы. Слышь, ты как Гоги сейчас назвал? Но ты меня не так понял. Да я-то тебя так понял. Думаю, что Гоги тебя не поймет. И по традиции для вас звучит последний звонок. Первоклассница пошла. Девочка. И, наконец, самое главное. По итогам единого государственного экзамена аттестаты получают все. Извините, по итогам все того же государственного экзамена Вова Пупкин остается на второй год. Вот опять видит звонок, он зовет нас на урок, на него мы не пойдем и опять опять начнем. Мы сегодня в расцвете стали, с КВНом судьбу связали, все тетрадки мы разорвали, кинули ядро, значит так не суждено. Мы уйдем, вы нас не забудьте, все слова вы стихи рифмуйте. Ваши аплодисменты. Руководитель финала Международной школьной лиги КВН выносит огромную благодарность за участие и помощь в подготовке Московский городской комитет Российского союза молодежи, совместно с которым в будущем году, я думаю, начнет работать Московская городская школьная лига КВН совместно с еще одним партнером, благодаря которому многие оказались здесь сегодня в зале, это Московский комитет образования. Я думаю, что и у Москвы будет своя лига, и я вас с этим поздравляю, в конце концов. А у нас конкурс одной песни и Первомайская роща, Краснодар. Прошу. Маша? Мамы! Можно? Можно!
сборной чемпионата мира по футболу. И у нас в студии случайный, совершенно случайный болельщик сборной России. Здравствуйте, я Владимир Путин. Я написал речевку для пива «Столичная». Не порвемся, Путина. Меня взяли на спортивный фестиваль «Зыбля». Доминой гриб. Федя, ну мусор вынеси, а? Сейчас, может мне еще рыбу пожарить? Добрый вечер, в мире мировые новости, коротко о главном. Вася Дурак, Люка Беременна, потому что Саша Кан. Тебе сколько раз говорить с Машкой встречать? Ты сам сказал, что пионер – это главный. Зарубежные новости. В соседнем дворе угнали машину и отключили свет. По этому поводу у нас объявили национальный праздник. Почаще, я думаю, что конкурсов-то надо таких устраивать. А я с удовольствием представляю вам одного из спонсоров и постоянных партнеров Международной школьной лиги КВН. Это рекламное агентство «Чепель Матвеев» и компания «Постоянная поддержка». Туристическая фирма «Оствест» – это специальные детские и молодежные туры именно для вас. Обращайтесь, это лучшая туристическая фирма в Москве. Издательство «Илокс». Ну, а об остальных я скажу позже, потому что на эту сцену для конкурса одной песни выходит следующая команда из Красноярска – «Ремикс». Встречайте! Мы всегда знали, что все в мире войны происходят из-за женщин. И вот мы решили объявить войну этим девчонкам. Теперь у нас хранится на замке, а ключ от этого замка в сундуке, в сундуке. А мы сундук скуем цепями и повесим на дуб, а кто дотронется до дуба, через час будет труп. Когда нет дела, когда нет проблем, мы для них граница. На границе тучи ходят хмуро, край суровой тишиной объят. Все девчонки абсолютно дуры, особенно дура Лариска. Восклицательный знак. Алло, да что так орать? Иду уже, иду. На границе
девчонка отмахнулась. Все девчонки абсолютно дуры? Дураки. Особенно дура Лариска. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за дальним солнцем свет. И бойцу на дальнем пограничье от Лариски передай, передай ему от Лариски. А, Петерева, за задание такое, что мы... Так, я предлагаю устроить сегодня вечеринку для тех, кому уже колебали эти девчонки уже. Ура! Да! 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 Итак, следующий праздник по нашему календарю – Новый год! Вау! Отменять! Как? Потому что теперь Новый год у нас будет 23 февраля! Да! Дедуля, а как же подарки? А у девчонок, наверное, 23 февраля, они же... Я не понимаю, дедушка, ну что мне, а? Слышите? Красиво так! Ура! Ура!
у нас хранится на замке, а ключ от этого замка в сундуке, в сундуке. А мы открыть границу сможем, ведь из стекла есть лом, но мы оставим этот лом на потом, когда нет дела. Не знаю, как там у вас в протоколах, у меня в протоколах максимальная оценка за это 5 баллов. 5 баллов. Максимальная оценка за этот конкурс. Сделайте абсолютно такие же пометочки, дабы передать нашему счетному, так сказать, компьютеру. А я дальше представляю наших партнеров. Издательство «Илокс» — это полиграфия любого качества. Все, что для этого нужно. Также весь сезон вместе с нами был Комитет образования Калужской области. Огромное вам спасибо за поддержку. Как я уже упомянул, мне приятно, что к нам присоединился Московский комитет образования. Огромное вам спасибо. И, наконец, организаторам и учредителям школьной лиги КВН Творческого объединения МИП уже на протяжении 4 лет является межрегиональное детское общественное движение «Школьная лига». Лига КВН. Итак, оценочки за конкурс одной песни. Начинали странники. Прошу, оценки 4-4-4-4-4. Далее Первомайская роща 3-3-3-4-4. И, наконец, ремикс вашей оценки. Все судьи 5 баллов. Сумма после этого конкурса и сумма 3. Прошу. Команда города Красноярска, странники, 20 баллов. Команда города Краснодара, Первомайская роща, 17 баллов. Команда города Красноярска, ремикс, 25 баллов. И после 3 конкурсов. И до после 3 конкурсов. Команда Красноярская ремикс 68 баллов. Команда Красноярска странники 65 баллов. Команда Краснодара Первомайская роща 64 балла. Вот так вот, после каждого конкурса меняется лидер. 3 конкурса, каждый успел побывать лидером, поэтому все решится в последних 2, как в принципе и предполагалось. Нашим командам было дано задание в течение 2 минут, сутки назад, готовьтесь, пожалуйста. Сутки назад нашим командам дано было задание придумать еще один конкурс, он называется в КВН «Приз». Это бюро рационализации и изобретения. Соответственно, что успели команды за сутки, они сейчас представят на ваш суд. Многое может быть, у некоторых могут быть бумажки на руках, не обращайте внимания, это в рамках этого конкурса. Максимальная оценка за этот конкурс, уважаемые кинокритики, у нас 4 балла. 4 балла, да. 2 минуты примерно хронометраж. Тема «О бабочках крылышками» из известной песни «Обыкновенного чуда». Но, собственно, мы хотели вот что в это вложить. У бабочки есть крылышки. Это некое изобретение, понятно, да, для бабочки. Это помогает ей двигаться. Вот какое-то изобретение наподобие чего-либо представляет команда КВН «Странники», город Красноярск. Прошу. Добрый вечер, добрый вечер. Садитесь, можно не вставать. Приготовили все ручки, тетрадки и записываем новую тему нашей лекции. Ребенок, как он есть изнутри? Перед вами ребенок обыкновенный. Я обыкновенный. Хорошо. Обыкновенный, необыкновенный ребенок. На начальной стадии своего развития дети состоят из двух частей. Маленькая, говорящая, и большая, делающая все остальное. А еще у меня есть руки. Одну руку
мы побреем станком бит, а другую обработаем токарным станком. Хотя нет. Оставим волосатые, Слышь, дядь, я их могу различать! Правая и волосатая! И откуда мы такие взялись, а? Из роддома. Я там уже 4 раза был. Всегда молоко на халяву. Помолчи лучше, а, не мешай. Видишь, у меня лекция. Тут лекцию читаю всем, а ты мешаешь. Дядя, какая лекция? Расскажи лучше сказку, только не страшную, как в прошлый раз. Хорошо, слушай. Сказка «Каша из топора». Приходит как-то раскольником к бабке. Достает топор. Бац, 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 бац. Короче, каша. Дядь, а дядь, после такой сказки надо и пеленки поменять. Не видишь, я занят, у меня нет времени, у меня лекция. Ну вот, так всегда. Сам сходил, сам убирай. Понарожают. Говорят, что ядерные отходы влияют на развитие ребенка. Вранье это все! Вот я эти ядерные отходы вот этими руками разгружал! О, да, вот этими руками! Да, разгружал. С детства ребенок абсолютно беззащитен. Во-во, вот помни меня, медсестра в окно хотела выкинуть. Выкинула, да. И что ты думаешь, я бы асфальт головой ударился? Нет, я на пуповине отпружинился и обратно в окно. Прикинь, как на тарзанке. Да ну на нее, на эту медсестру. Вот и я говорю, 2 раза за день. Да ну на нее, ну сильно же много. Как ты такой дальше-то жить будешь, а? Ну как? Год отсижу, потом год исполнится, и буду как все ходить. Маленькие дети с детства доставляют много хлопот своим родителям, да. Да, тут недавно случай со мной случился. Я трусы задом наперед одел, а передом назад. Может, ты помолчишь, а? Займи свой рот чем-нибудь лучше. Да, кстати, я есть хочу. У меня лекция! Не гляди на ребенка! Но у меня нет еды. Как так? Я уже 2 дня не ел, не пил, не спал. Вот, опух. Так, слышь, дядя, а я тебе рассказывал, как бык моего деда с коровой колонну футболистов перепутал, а? Не рассказывал, а? Ну ладно. А как меня на ночь забыли на турнике, не рассказывал, а? Нет. А как мы с пацанами в роддоме в ванной блинчики пускали, а они потом оказались с икрой, и мы потом в трусах домой всей семьей шли. Да и те одни. Не рассказывал? Нет. На этом наша лекция подходит к концу. Извините, что не успел вам ничего рассказать. Не опаздывайте на следующую лекцию. До свидания. Ну вы спросите, при чем тут бабочки? Да у них все то же самое. Дядя, иди сюда. Дядя! Аплодисменты. Оп, сутки работы. Представлены на ваш суд. Идем дальше. Приз в исполнении следующей команды, тоже красноярской, ремикс. Прошу, ребята. Тихо.
Технические какие-то накладки могут вполне быть, как я сказал, на то он и экспромт. Пожалуйста. Это не я, это Катя хочет. Мне аттестат нужен. Вы знаете. Здравствуйте! Я ведущий актера, я ведущий актер театра абсурда Миша Чехов. Вообще, спасибо. Я, а вот это моя матрона сцены, известная актриса всех театров Фаина Яблокова. А вот когда я была молодой очень бабкой, значит, было такое, я помню. Ну молчите, не идите, я волнуюсь. Вот когда я забуду слова, вот тогда говорите рекламу. Хорошо. Я являюсь первооткрывателем новой системы по подготовке актеров и телеведущих. Итак. А вот когда я была молодой и красивой бабкой, значит, что-то было. Но я не помню, конечно, но что-то было. Молчите. Итак. Наша система круче всяких систем. Это не какая-нибудь вам там система Станиславского или Вахтангова. Это наша суперсистема. Итак, мы объявляем набор в нашу студию. Ой, а вы у нас кто? Я бабочка. Ты придурок. Нет, я бабочка. Позорник. О чудо! Я вам открою еще несколько секретов по подготовке. Итак, первый секрет. А тихо, вон секрет. Но сейчас не об этом. Итак, в отличие от устаревших систем воспитания актеров этюдного метода, мы решили придумать свой миниатюрный метод. Итак, итак, мальчики, мальчики, заходим, заходим, сейчас будем показывать миниатюрки. Итак, первая миниатюрка. Лохнесское чудовище на озере Лохнес. Чудовище Лохнес зимой. Молодцы, мальчики, спасибо, спасибо. Так, что у нас дальше по программе? Welcome! Вот, ой, ну и кто мы теперь? Я мотылёк. А так на бабочку похож. О, да, меня узнали. Это фурор, это успех, да. Позорник. Вот у нас, внук, не то, что вот это вот. Вот такой вот, да. Чё такой маленький-то? Вчера пришел весь в помаде. О, целовался из меня. Нет. Красился? Да хуже. Он ее жрал, собака вот такая жрать. Ну, артист. Да какой артист? Артисту что надо? Артисту надо, надо фрак надо, белую рубашку там надо, бабочку. А, да, меня опять узнали. Это точно у меня. Да. Позорище. А теперь второй секрет. Для этого, чтобы к нам поступить, вам не нужен талант, а просто пара чистых носков. Ну и, конечно, ваша фантазия. Приз.
принципе, как и конкурс одной песни, тоже играется один раз в сезон, поэтому команде достаточно тяжело вот так вот с нуля, в отличие от визитной карточки или, скажем, музыкального домашнего задания, показывать. Но, тем не менее, задача школьной лиги научиться в первую очередь для того, чтобы попасть в высшую, насколько я понимаю, сам них, да? Вот Сунгаджи Дарбаев начинал также на сцене школьником, а теперь поиграл в высшей лиге. Может же ведь, может же человек попасть и туда. Хорошо, приз, прошу, Первомайской роще, пожалуйста. Да задолбали, хоть посидим. Если вас удивляет, почему я в шлепках, не волнуйтесь, они мне нужны для финальной шутки. Сотни и сотни тысяч молодых людей гибнут из-за КВН. Несданные экзамены, вечные прогулы. Мы решили эту проблему. Я сократил команду до одного человека. Вот, это очень практично. Вот. Я рад, что команда соперников уже здесь. А теперь узнаем, кто же у нас сегодня в жюри. Жюри. О! Эх, Москвы. Так, ну мы сразу скажу, я перспективнее гораздо вот этой вот команды, потому что я уже отказался от ширмы, она никак не может. Вот. А, чтобы вам было понятно, в смешных местах, я буду покидывать цветочки. Вот. Тема бабочка-крылышками, бяк-бяк-бяк-бяк-бяк-бяк. Вот, но она совершенно так за уши притянута. Вот. И мы начинаем. Ну здравствуй, Москва! Сорок лет водил Моисей евреев по пустыне. Никак не мог от хвоста отделаться. А наш учитель Абаже тоже очень любит ходить. Однажды он влюбился в нашу директрису, и теперь мы на ОБЖ ходим под его окнами, маршируем под его окнами сердечком. Новости. Герасим очень печалился, когда его мама утонула. Забыл медаль снять. А, это черная шутка. Реклама! Вам надоел цвет ваших ногтей? Новый рашпиль для снятия лака! Оказывается, академик Павлов первым знал, что у собак есть слюни. Плохо прошла, по-моему. О любви. Старая шутка, она чуть-чуть не вовремя будет. Дорогие девушки, сегодня, на 8 марта, мы решили сделать вам приятное, и поэтому поменяли свое мнение о вас.
А сейчас у нас будет финальная песня, символизирующая единство русской и германской культуры. Похлопайте мне пока. Это фашистский. Финалка. Мохнатый шнель. Надушистый шнель. Цапля серая. Камыши. А цыганская. Я. Дойч. По родству бродяжьей души, души, души смест. А на самом деле я хочу сказать, что все это выступление — это один очень большой обман. Мне не нужны были шляпки на финальную шутку. Поддержите аплодисментами, но раз нравится. Все абсолютно без исключения команды молодцы. Действительно справились с призом. Максимальная оценка 4 балла. 4 балла. И по ходу выступления. Начинали странники. Их приз с детьми. 3-3-3-3-3. Все судьи 3 балла. При максимальной 4. Далее ремикс «Красноярск», пожалуйста, 3-3-4-4-3. И «Первомайская роща», Краснодар, на ваши оценки, 4-4-4-3-4. Прежде чем начнется последний конкурс, который определит судьбу победителя, а этот конкурс будет у нас домашнее задание, которое называется «Безумно, нелепо, смешно, безрассудно, волшебно». На такой вот лирической ноте и подходит к концу наш сезон. Мне хотелось бы сказать, что помимо того, что будет победитель, у нас сегодня будет и обладатель специальных призов. Членам жюри придется определить мисс КВНа, мистер КВНа и лучшая шутка или номер у команды. Соответственно, есть специальные призы, так что можете потихоньку уже совещаться и готовиться. О дальнейшей судьбе, так сказать, призов различных я расскажу чуть попозже. А сейчас домашнее задание, и прежде, пожалуйста, сумму. Готовы? Пожалуйста. После конкурса «Бриз». Город Красноярск, странники, 15 баллов. Город Красноярск, ремикс, 17 баллов. Город Краснодар, Первомайская роща, 23 балла. Сумма за 4 конкурса. Город Красноярск, ремикс, 85 баллов. Город Красноярск, странники, 80 баллов. И город Краснодар, Первомайская роща, 87 баллов. Ну что ж, как мы и говорили, последний, можно будет сказать, рывок остался. Домашнее задание. Команда КВН, Первомайская роща, город Краснодар. Прошу. На самом деле, КВН — это болезнь. И все КВНщики — ужасно закомплексованные люди. И мы представляем вам встречу в клубе анонимных КВНщиков. Добрый день, я рада, что вы сегодня сюда пришли, чтобы облегчить свою душу. А ты чего там стоишь? Иди к нам, скромный какой. Хотя ты все такие. Иди, не стесняйся. Ребята, я хотела попросить вас разделиться по парам и рассказать обо всем, что у вас наболело.
Я пошел в КВН в 7 классе. Вот. И как бы я сразу понял, что я не смешной, потому что я сыграл, и меня сразу же не заметили. Я всегда хотел играть настоящую русскую роль. Вы же меня понимаете. У меня русская фамилия, и каждую игру я не могу. Я не могу говорить вот это вот хачапури по головам, я не могу. Слушай шутку, новые роликсы теперь с роликами. Вы не поверите, я всю жизнь мечтал стать ведущим КВН. Вы же понимаете, какая это халява. Из-за меня проиграла 50 игр. Но потом команда нашла выход и показала мне его. Я всегда хочу играть русские роли. Ведь я никогда не ношу туфли под спортивный костюм. Финалку девочки всегда должны выходить первыми. И только потом мальчики. Вот. А также я хотела бы сказать, что слишком близко держать микрофон губам — это просто неприлично. А сейчас, может быть, кто-то хочет что-нибудь рассказать? Пожалуйста, милости просим. Пожалуйста, пожалуйста, не стесняйтесь. Года назад и придумал номер, и он меня очень тяготит. Я хочу поделиться им с вами. Он называется «Черепашка».
обыкновенная черепашка. Черепашка-кавказец, пиво пахлава чебуреки, пиво пахлава чебуреки, пиво пахлава чебуреки. Черепашка-моновец, куда прёт, куда прёт. Черепашка, мать восьмерых детей. Отойди от холодильника! Отойди от холодильника! И, наконец, черепашка на Нудийском пляже. Еще у меня есть шутка. Моему дедушке на войне оторвало аппендикс. Ну, да пожалуйста. Ну, сделайте это. Вы уже видите, я больной человек. Погодите, я на колени встану. Ну, пожалуйста. Ну, видите, мне плохо. Ну, чуть-чуть. Ну, давай. Пам-пам. Еще раз. Пам-пам. Пам-пам. Да. Может быть, еще кто-нибудь хочет высказаться? Пожалуйста. У меня есть номер. Он меня давно тяготит. Я хочу вместе с вами избавиться от него. Этот номер меня просто убивает. Когда я его придумал, он в первый день меня убил. Это номер киллер. Значение.
хорошо. И, конечно, тщательно. И я еще раз напомню, что то, что очевидно, не стоит комментировать. И только на прощание скажем. Можно я? Можно. Люди! В КВН главное не победа! В КВН главное суточные! На нас вынесли, и на лицом еще раз повернись. Мы вернемся, разрывы тепла, и пропоем эти слова. Все, сюда скорее посмотри. Десять твои 33 дня. Уже поет вся Москва. Наши финалки, три слова. Все! Команда КВН Первомайская роща благодарит и выражает благодарность Соколенко Павлу Васильевичу, председателю комитета по делам молодежи города Краснодар, Чумак Алексею Николаевичу, директору парка Первомайский, Кудинову Виктору Васильевичу, главе администрации Центрального округа города Краснодар, Клищенко Раисе Алексеевне, замглавы администрации Центрального округа города Краснодара. Ваши аплодисменты этим людям, чтобы приехала эта команда сюда. Команда, которая сейчас появится у нас здесь в домашнем задании, в последнем конкурсе, благодарит небольшой список людей. Команда КВН Красноярск, странники, благодарит начальника финансового управления администрации Свердловского района города Красноярска Объедкову Любовь Николаевну, главу администрации Свердловского района города Красноярска Лихошвай Владимира Ивановича, председателя комитета по делам молодежи и молодежной политики и делам несовершеннолетних администрации Красноярского края Чайка Алексея Викторовича, начальника отдела Главного управления образования администрации Красноярского края Анохину Наталью Викторовну, Красноярский драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина в лице Сотовой Тамары Александровны, корреспондента УРТ Марину Сергеевну Таскину, главного инженера дорожного центра, фирменного транспортного обслуживания Красноярской железной дороги Александра Ивановича Меньшикова. Также благодарит лично Меньшикову Альбину Ильясовну и председателя комитета по делам молодежи администрации Свердловского района города Красноярска Корнилова Федора Николаевича. Огромное спасибо! Огромное количество людей! И я очень рад тому, что действительно эти люди помогают не просто детям, они помогают КВНу, они помогают вашим улыбкам. Итак, домашнее задание. Команда КВН «Странники», город Красноярск. Недавно в наш двор переехала новая девчонка. Тогда я пошел. Девчонки, мы вам за советом. У нас ничего не получается. Что делать? Что делать? Иди-ка сюда, сломай кого-то.
Молодец, теперь ты иди сюда, сломай вот этот прутик. А теперь ты, самый здоровый, иди сюда и сломай веник. Ага, не получается, да? Вот, веники вся сила! С этим веником вы непобедимы! Все, идите в лес и не возвращайтесь. Да. Девчонки, а вы Макса видели? Нет, а что случилось? Так у него брови срослись. Ну и что, бывает? Так у него на затылке срослись. Надо что-то делать. Пацаны, все сюда. Я знаю, что нужно делать. Давайте прыгать. Хорошо, прыгайте. Будете хоббитами. Ты Фродо, ты Бильбо, ты тоже Фродо. Да я вот тут... Ну чё, хоббиты? За колечко-то отвечать придется. Вот такие вот в нашем лесу понятия. Что же делать? Давайте позовем Гэндальфа. Гэндальф нам поможет. Что случилось, друзья мои? Гэндальф, помоги нам! Вот вам волшебное конфетти! В трудную минуту используйте его, и оно вам поможет! А теперь прощайте! Прощай! Если что, вечером слоемся, давай, братишка! Ну что, хоббиты? За колечко-то отвечать придется! А давайте используем волшебное конфетти! Базара нет. Красиво. Серега, пошел. Серега, правей. О, помогите. Ой, это же Ванечка. Помогите. Ванечка, что с тобой? Злой волшебник Саурон превратил меня в колонку. Расколдуйте меня. Но у нас нет волшебника. Да нет, поцелуйте меня. А в какое место? Да не важно, целуй, там разберемся. Да не в это место! Теперь придется пить живую воду. Ну а где нам взять живой воды? Там, за деревом стоит. Пойдемте на репетицию. А Ромка пойдет? Не знаю, сейчас спрошу. Рома! А ты на репетицию пойдешь? Я не знаю. А Людка-то пойдет? Не знаю, сейчас спрошу. А Людмила Ивановна? Абонент временно недоступен. Мальчиков-зайчиков. Мальчики, пошли. Ой, молодцы. Давайте, мальчики, стали. Ровненько. Давайте, мальчики. Июнь на месяце апреля. Мая! В старом парке таится нет. Идет дождь. И крылатые качели. Начинают свой рассвет. Мели ползут. Позабыто все на свете. На Марине. На свете. На Марине. На свете. На Марине. Сердце замерло в груди. А че молчим, а? Мы пропустим. Thank you.
Это что? Твоя мамка приехала? Да нет, хуже. Сестра с детского садика возвращается. У них там выпускной был. На дембель пошла. Остатки
атаки от спецэффекта, от предыдущего команда. Я хочу сказать, назвать спонсоров команды КВН Красноярска «Ремикс». Это глава администрации Советского района города Красноярска Девяткин Иван Александрович. Заведующий районным управлением образования Советского района города Красноярска Зимин Евгений Юрьевич. Генеральный директор ОАО «КРАС» Гейница Виктор Вильгельмович. Директор научно-производственного ООО «Школа менеджеров» Зимина Ольга Кимовна. И «Востоканец» город Красноярск. Нелепо, смешно, безрассудно, но всем в мире заправляет сила. День ботаников! Я вас, кислотников и щелочей, ненавижу! Теперь вы будете тягать гантельки и не будете слинявить книжки. Пора вас учить уму-разуму. Один из миллиона достигает яйцеклетки. Так что пора из вас других людей делать. Где наш гипнотизерчик? После слова не втерпёшь. Ты почувствуешь себя другим человеком. Не втерпёшь. Ну кем ты себя почувствовал? Я почувствовал себя лидером группы «Браво» Евгением Хафтаном, который приехал в неизвестный город в лютый мороз в 3 часа ночи петь своей девушке серенады. А чё так холодно-то? Я, как профессиональный скрипач, отказываюсь стучать на бубне в такой мороз. Жека, холодно? Мы так не договаривались. Да ладно! Не будешь отмороженный, песня нас согреет. Марина! Марина, это песня для тебя. Жека, не бойся, деньги поделим пополам. Его никто не видел. Эй, вы заткнитесь, 3 часа ночи, уже спать не даете гады. Ты... Высоты, красоты своей меня не замечаешь. Эй, ты с барабаном, я тебя запомню! То, все равно будет день, и ты меня еще узнаешь. Поют тут всякие, потом в подъездах котами пахнет. Пойте в другом дворе. Пускай немножко я тупой. Сейчас возьму тапочки, спущусь и дам вам по лицу, молодые люди, ну сколько можно? Пускай я не дружу с головой. Тихо. Я продам часы, я продам гараж. Сделаю себе клёвый макияж. Я буду мэном. Марин! Марин, ну наконец-то! Марин! Кто? Мальчик! Да как это мальчик? Да сколько можно одевать? Уже отвалился мальчик! А ты-то что разволновался? Итак, начнем свою игру. И сегодня в ней принимают участие ученик 9 класса, победитель предыдущих 100 игр Василий Басурман. Тяжелоатлет Леха и Олег Полуумный.
Это фамилия. Итак, документ, удостоверяющий личность. А, ну так это я и сам знаю. Вот, город на юге, посередине. Анапа. Спасибо, подходит. А теперь начнем нашу игру. Животные за 100. Самое страшное в мире животное. Я! Неправильно. Я тут в одной книге прочитал, что... Да я же сказал неправильно. Выбирайте категорию. Животные за 200. Сколько ног у барсука? 7. Поправьтесь. 4. Правильно, 4. Да что ты руку все время тянешь? На кнопку надо нажимать. Медицина за 100. Почему на окнах психиатрических лечебниц нет решеток? А кто к ним полезет? История из 500. Сколько в 1985 году стоила булка хлеба? А, ну, 24 копейки, ну, это я знаю. Что... Вы не нажали кнопку. 24 копейки. Извините, коллега, но это вы тупой. Ой, какая московская тема. Медицина за 1000. Какая нормальная температура тела человека. Мне мама говорила, 36,6, 42. 42 это 6,7, молодой человек. А женщины за 100? Может, за 300? Ай, что там, давай уж за 1000. Продано! Женщину забирает человек в синей мантии. Да не нужна мне твоя женщина. До свидания. А победителем нашей сегодняшней игры вновь становится Бастурма. И согласно этому, власть переходит в руки интеллектуалов. Итак, слово победителю. Тихочко! Сегодня команды на сцену. Это не значит, что нужно зрителям в зале уходить. Насколько я понимаю, москвичи и их гостеприимный город. Аплодисменты игравшим командам сегодня. Город Красноярск, команда КВН «Странники», город Красноярск и команда Первомайской рощи, город Краснодар. Ну так приза.
Или сначала... Давайте так. Сначала мы дадим слово жюри. Буквально пару слов о увиденном. Буквально пару. Если можно, микрофончик. Сангаджи Тарбаев. Во-первых, хочу поблагодарить болельщиков, которые в такую погоду пришли сегодня на КВН. Сергей Важаев. Пожалуйста. Добрый вечер, дорогие друзья. Выступая в роли критика, так и хочется сказать немного самокритики. Чаще нужно посещать такие мероприятия на таком возрасте и следить за современной жизнью. А сегодня на сцене была обыкновенная чудо тема игры. Обыкновенная хорошая игра. Поздравляю вас всех. Рад, что вы тоже пришли сюда в этот день, 19 мая, воскресенье. Спасибо ребятам. И тоже хочу отметить команду Первомайского роща, которую вижу уже неоднократно в Волгинске. Поздравляю. Для меня вы уже знакомые лица, а вот те красноярские команды, люблю малышей. Но спасибо ребятам повзрослее. Спасибо, успехов вам. Алаверды, поздравляю вашу, так сказать, организацию с днем рождения. Кстати, сегодня день пионерии, и я поздравляю и эту организацию. Вот, извини, что перед эхом Москвы. Говори. Так ты, наверное, об этом и хотел сказать. Собственно, да, я хочу сказать огромное спасибо командам, огромное спасибо зрителям, которые так тепло их приветствуют. Для меня все-таки Краснодар the best. И мне кажется, что вы так молоды все, и подольше вам всем оставаться такими молодыми. И за ваш возраст души. Спасибо. Спасибо, Георгий Кочуров. Арман Оганесян, сборная Москвы, МАГИП. Пожалуйста. Как сказал бы один из членов жюри Высшей лиги, потрясающая просто разминка в исполнении молодого человека. Великолепная троица актеров из красноярской команды. Ну и гениальный номер в детском саду. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, Святослав Савченко, сборная Москвы. Добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня вкусно, так, с другой стороны сидим, поэтому заключительное слово. Ребята, большое спасибо за игру, потому что на самом деле, когда долго и нудно занимаешься КВН, постоянно смотришь разные команды и сам играешь, от КВН устаешь. Буквально 3 дня назад игра была у нас, очень тяжелая игра вышли. Поздравляем! Кстати, спасибо. С первым местом. Тебя тоже. Вот, поэтому устаешь, я чуть-чуть опасался. За свое здоровье душевное, когда ехал на КВН всего через 3 дня после собственной игры. На самом деле, огромное спасибо за то, что вы не разочаровали и были действительно блестящими командами. Просто блестящая игра. Спасибо, ребята. И дабы не убирать, так сказать, пока у вас микрофон, самое время вам определить мисс КВНа, мистер КВНа и лучшую шутку. А пока вы это делаете, пока совещаетесь, я приглашаю сюда заместителя министра образования Российской Федерации, Коврижных Юрий Васильевич. Ваши аплодисменты. Сегодня у нас есть большие гости, прошу. По эскалатору, как сказал Краснодар. Я очень рад быть сейчас здесь, на этом замечательном финале. Замечательных команд, которые прошли очень трудный путь, но они доказали сегодня на этой сцене, что эти команды самые лучшие. И вы знаете, вот КВН, по большому счету, очень много помогает студентам, учащимся в жизни. Помимо учебы, помимо получения определенных дисциплин, КВН помогает раскрыться каждому человеку. И я вспоминаю в этом отношении одну шутку. Наверное, это был КВН из машинист теплохода. Капитан дает команду. Прямо курс. Ну и вот машинист бросает прямые дрова. Капитан дает команду. Курс на 90 градусов. И КВНщик, машинист, спрашивает капитана корабля. Кривые дрова бросать? Да, кривые дрова бросать. Я искренне
искренне желаю этим замечательным командам, этим замечательным ребятам, чтобы у них все в жизни получилось, чтобы они себя нашли. И я искренне рад вот той игре, которая сегодня происходила. Ну, я так думаю, что уже готовы некие результаты. И, наверное, Юрий Васильевич, идите к нам пока. Вам, да. Вот этот великолепный видеомагнитофон вы будете вручать команде, которая займет первое место. Вам это доверяется? А пока постойте с молодыми, ощутите себя вместе с ними на сцене. Огромное вам спасибо. Подожди, Жень, не все еще, наверное. Готовы? Давай объявляй. Арман Оганесян, какая номинация? Номинация за лучший номер. За лучший номер сначала? То есть ты все будешь объявлять? А какую сначала? Давай мисс. 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 Ну, я думаю, приятно. Зал поймет. Или кому-то. Давай, Георгий. А, Сангаджи? Тоже нет. Хорошо, Сергей, уважаем, давай. Вы знаете, мы посвящались, и мы отметили Евгения Хафтана, его же подранца из команды «Ремикс город Красноярск». Поздравляем. Ну что ж. На протяжении игры очень симпатично и классно играл. Вот так вот. А они в Красноярске встретятся еще надо. В одном городе живут. Сангаджи, скажешь, да? Лучшая шутка или лучший номер, на ваш взгляд? Мы решили, что номером ограничиваться мы не будем. Мы дадим приз за лучший приз команде КВН Краснодар. Аплодисменты. Аплодисменты этому молодому человеку. Иван. Ну что ж, прекрасно. Я прошу подняться на сцену сюда еще двух дорогих мне людей. Это Олег Рожнов, первый секретарь ЦК РСМ. Прошу. Тоже, если можно, пару слов буквально в завершении. И вот к призам. Нельзя, у нас нельзя. Не буду занимать много времени, я уже вначале и так достаточно говорил, но я говорил перед игрой и не знал, что получится. Можно твердо отметить, что несколько шуток достойны высокой оценки высшей лиги. Это, на мой взгляд, первое. Второе, тоже показатель, что от конкурса к конкурсу менялся лидер вот этой вот КВНовской гонки. И мы сейчас до сих пор, я думаю, не знаем, хотя кто-то догадывается об одной команде, кто-то о другой, кто же сегодня победит. Это говорит о том, что, ребята, каждая команда по-своему музыкально, по-своему весело и находчиво. Поэтому я желаю всем вам победы сегодня. Если не получится победить сегодня, всем вам побеждать в своих следующих играх. Мы вас поддержим. И здесь выступают команды, как ни странно, вот можно начинать говорить: победила команда из города Красно! Да, и остальное уже добавлять. Это уже можно даже ребус составлять. Еще раз спасибо за игру, спасибо от Российского Союза Молодежи. Тоже к призам. Сейчас я скажу о них подробно. И мне хотелось бы Наталью Парину, секретарь горкома РСМ Московского, с кем мы, собственно говоря, собираемся Московскую лигу поднимать вместе с комитетом образования. Прошу, тоже буквально кратко, что у нас ждет, ну, пожалуйста. Добрый вечер. Большое спасибо нашим гостям за сегодняшнюю игру. Ну, а со своей стороны я хочу обратиться к московским школьникам. Добро пожаловать в стены городского комитета для того, чтобы в следующем году здесь, на этой сцене, обязательно была московская команда КВН школьников. Спасибо. Город Красноярск. Странники. 112 баллов. Аплодисменты команде из Красноярска «Странники» за третье место. Приз вручает Наталья Паринова. Прошу. Капитан команды. Ваши аплодисменты, Москва. Роман, это вам.
Очень приятно было с вами работать в сезоне. Далее. Город Краснодар, Первомайская роща, 115 баллов. Олег Рожнов вручает этот прекрасный бомбокс Первомайской рощи. И, наконец, сумма. Победившей команде уже мы видим. Город Красноярск, Ремикс, 118 баллов. Видеомагнитофон, ваши аплодисменты. Все это команде КВН, Ремикс.